Филлис Дороти Джеймс. Смерть приходит в Пемберли. Посвящается с любовью и признательностью Джойс Макленнон, другу и помощнице, печатавшей мои романы на протяжении 35 лет. Часть первая. День перед балом. Один. В пятницу, 14 октября 1803 года, в 11 часов утра, Элизабет Дарси сидела за столиком в своей гостиной на втором этаже. Небольшая комната дышала гармонией, а ее два окна выходили на реку, Элизабет комната сразу понравилась, и она обставила ее по своему вкусу, выбрав из сокровищ Пемберли приглянувшуюся мебель, шторы, ковры и картины, и разместив все это по своему желанию. Дарси лично присматривал за работой и радость на лице мужа при виде ее деятельности, а также желание всех ей в этом угодить, открыли Элизабет глаза больше, чем внешняя роскошь дома, на права и привилегии хозяйки Пемберли. В доме была еще одна комната, доставлявшая Элизабет не меньше радости, чем ее гостиная. Великолепная библиотека. Книги собирались поколениями, и теперь ее муж с увлечением и радостью пополнял эти богатства. В Лонгборне библиотека всецело принадлежала мистеру Беннету, и даже Элизабет, любимая дочь, допускалась туда по приглашению. Библиотекой в Пемберли она могла пользоваться наравне с Дарси, и при его тактичном ободрении Элизабет за последние шесть лет прочла гораздо больше, чем за пятнадцать предыдущих, осмыслив прочитанное ярче и полнее и тем углубив свое образование, которое, как она теперь понимала, находилось в зачаточном состоянии. Парадные обеды в Пемберли разительно отличались от тех, на которых она присутствовала в Меритоне, где одни и те же люди годами пересказывали одни и те же сплетни и говорили банальности. Оживление в разговор вносил лишь сэр Уильям Лукас, когда вспоминал в подробностях какую-нибудь очаровательную деталь своего посвящения в рыцари в зале заседания английского правительства. Теперь она с сожалением переходила к дамам, оставляя обществу мужчин. Для Элизабет было открытием, что существуют мужчины, которые ценят в женщине ум. Следующий день был балом леди Энн. В течение последнего часа Элизабет и миссис Рейнольдс, экономка, проверяли, все ли в порядке, и только убедившись, что все идет хорошо, Элизабет уединилась у себя в гостиной. Первый бал состоялся, когда Дарси был год, его устроили в честь дня рождения матери, и с тех пор, за исключением времени траура по покойному мужу, леди Энн, бал давали каждый год до смерти самой леди. День бала приходился на первую субботу после октябрьского полнолуния, и он всегда падал на один из дней, близко расположенных годовщинам свадьбы Дарси и Элизабет. Но этот праздник они всегда отмечали без помпы. В обществе лишь щиты Бингли, венчавшиеся в тот же день. Такое слишком личное и дорогое событие нельзя праздновать на людях. Осенний бал по желанию Элизабет по-прежнему носил имя Леди Энн. В графстве его называли самым значительным событием светской жизни года. Мистер Дарси выразил сомнение в уместности давать бал в преддверии войны с Францией, когда весь юг страны охвачен страхом в предчувствии вторжения Бонапарта. Кроме того, собрали плохой урожай, что тоже омрачало жизнь жителей графства. Кое-кто из джентльменов, отрывая встревоженные глаза от бухгалтерских книг, был готов согласиться, что лучше не проводить бал в этом году. Но это вызвало яростное сопротивление жен, поселив в мужьях уверенность, что на протяжении по меньшей мере двух месяцев их ждут дома постоянные упреки. Мужьям пришлось согласиться, что ничто так не укрепляет боевой дух, как небольшое невинное развлечение, и что невежественный Париж будет только в восторге и воспрянет духом, узнав, что бал в Пемберли отменен. В жизни поместного дворянства не так много увеселительных зрелищ и сезонных развлечений, и соседи ждут их от хозяев большого имения. А женить бы мистера Дарси, после того, как прошло первое удивление по поводу выбора жены, давало надежду на то, что он будет появляться здесь чаще, а его супруга проникнется своим новым положением и ответственностью. После возвращения Элизабет и Дарси из свадебного путешествия, проведенного в Италии, соседи замучили их обычными в таких случаях официальными визитами, поздравлениями и болтовней. И все это молодожены вытерпели, стараясь, насколько их хватало, соблюсти все приличия. Дарси, знающий с детских лет, что на Пемберли возложена большая ответственность, переносил эти визиты с похвальным спокойствием. А Элизабет в глубине души забавлялась, видя, как ее новые соседи изо всех сил стремятся удовлетворить свое любопытство, стараясь, однако, не потерять репутацию хорошо воспитанных людей. Гости получали двойное удовольствие. Положенные полчаса они наслаждались уютом и комфортом гостиной миссис Дарси, а затем обсуждали с соседями и выносили вердикт платью новобрачной, ее нраву и манерам, прикидывали, есть ли у супругов шанс обрести семейное счастье. Через месяц консенсус был достигнут, на джентльменов произвели большое впечатление красота и остроумие Элизабет, а на жен — ее элегантность, любезность и качество подаваемых закусок. Все согласились, что Пемберли, несмотря на неудачных родственников новой хозяйки, теперь обещает стать центром светской жизни графства, как было во времена леди Энн Дарси. Элизабет была в достаточной степени реалисткой — чтобы понимать, ее прошлое никогда не забудется, и каждое новое семейство, которое поселится в их местности, будут развлекать рассказами об удивительном выборе мистера Дарси. Все знали его как гордого человека, который придает большое значение семейным традициям и репутации, и чей отец высоко поднял планку, женившись на дочери графа. Казалось, нет на свете женщины, достойной стать миссис Фитц Уильям Дарси. Он же взял в жены вторую дочь джентльмена, чье имение, обремененное майоратным наследованием, исключавшим права дочерей, было чуть больше парка для отдыха в Пемберли. Взял в жены молодую женщину, чей годовой доход, по слухам, составлял всего 500 фунтов, с двумя незамужними сестрами и крикливой вульгарной матерью, которую невозможно принимать в приличном обществе. Хуже того, одна из ее младших сестер вышла замуж за Джорджа Уикхема, покрывшего себя позором сына старого слуги мистера Дарси. Эта свадьба состоялась при таких обстоятельствах, что правила хорошего тона позволяли говорить о них только шепотом. И в результате мистер Дарси и его семья оказались в родстве с человеком, настолько презираемым хозяином, что имя Уикхема никогда не упоминалось в Пемберли, и эту семью никогда там не принимали. Правда, саму Элизабет все уважали, и в конце концов даже скептики признали, что она не дурна, и глаза у нее красивые, но этот брак все равно вызывал изумление. Особенно негодовали молодые леди, Которые по совету матерей отказали нескольким достойным претендентам в надежде обрести этот великолепный приз, а теперь приближались к опасному 30-летнему возрасту без всяких перспектив впереди. Зная все это, Элизабет утешала себя, вспоминая отпор, данный ею леди Кэтрин де Бер когда сестра Леди Энн в ярости указала на опасности, подстерегающие Элизабет в случае, если она будет настолько самонадеянна, что помыслит стать миссис Дарси. Да, это тяжелое испытание, но жена мистера Дарси будет располагать столькими неотъемлемыми от ее положения источниками счастья, что у нее вряд ли будет повод раскаиваться в своем решении. Первый бал, на котором Элизабет стояла рядом с мужем наверху у лестницы, приветствуя поднимавшихся гостей, должен был стать для нее тяжелым испытанием, но она выдержала его с блеском. Она любила танцевать и могла теперь сказать, что бал доставил ей удовольствие не меньше, чем гостям. Леди Энн изящным почерком подробно описала программу праздника, и та в записной книжке в красивом кожаном переплете, украшенном гербом Дарси, по-прежнему оставалась основным указанием. Этим утром книжка лежала, раскрытая перед Элизабет и миссис Рейнольдс. Список гостей практически не изменился, к нему прибавились только имена друзей Дарси и Элизабет, включая ее тетю и дядю Гардинер — и, конечно, Бингли и Джейн, которые на этот раз собирались привести и своего гостя, Генри Элвестона, молодого адвоката, красивого, умного и жизнерадостного человека, которому в Пемберли были так же рады, как и в Хай-Мартине. Элизабет не сомневалась в успехе бала. Она знала, что все готово. Напилено достаточно дров, чтобы огонь постоянно поддерживался в каминах, особенно в танцевальном зале. Кондитер утром изготовит нежные фруктовые пирожные и прочие сладости, которые так нравятся дамам. Для более плотных закусок, которых ожидают мужчины, забили и подвесили достаточное количество птицы и скотины. Из погребов принесли вино, натерли много миндаля, чтобы приготовить всеми любимый белый суп. Негус, улучшающий его вкус и аромат и значительно повышающий общее веселье, добавят в последний момент – Рот Глинтвейна. В оранжереях срезали цветы и травы, разместив их в ведрах в зимнем саду. Завтра днем Элизабет и Джорджиана, сестра Дарси, проследят, чтобы все расставили в нужных местах. Томас Бидуэлл, чей коттедж стоит в лесу, уже сейчас сидит в буфетной, натирая до блеска подсвечники для танцевального зала, зимнего сада и малой гостиной, приготовленной для приглашенных дам. Бидуэлл был старшим кучером у покойного мистера Дарси, как и его отец был кучером у предыдущих хозяев. В настоящее время ревматизм в коленях и пояснице не позволял ему управлять лошадьми, но его руки были по-прежнему сильными, и он всю неделю вечерами протирал серебро, помогал выбивать пыль из дополнительных кресел для пожилых дам, словом, был незаменим. Завтра экипажи помещиков и наемные коляски не столь знатных людей подкатят к дому и извергнут из себя весело щебечущих дам в надежно укрытых от осенней прохлады муслиновых платьях и сверкающих головных уборах. Все они в нетерпении ожидают незабываемой радости на балу леди Энн. Миссис Рейнольдс была надежной помощницей Элизабет в подготовке к балу. Они познакомились, когда Элизабет с тетей и дядей посетили Пемберли. Там их встретила экономка и провела по дому, познакомив с его красотами. Она знала мистера Дарси с детских лет и усердно его расхваливала, как хозяина и как человека. И тогда Элизабет впервые задумалась, так ли справедливо ее предубеждение против него. Она не рассказывала миссис Рейнольдс всю предысторию, но они стали друзьями, и экономка, тактично оказывая помощь молодой хозяйке, стала незаменимой помощницей для Элизабет, которая еще до появления в Пемберли в роли новобрачной понимала, что быть хозяйкой большого дома и отвечать за благополучие множества слуг — задача намного сложнее, чем та, которая стояла перед матерью в Лонгборне. Но ее доброта и неподдельный интерес к жизни слуг поселили в тех уверенность, что новая хозяйка принимает к сердцу их нужды, так что все сложилось проще, чем она ожидала. Управлять Пемберли оказалось легче, чем хозяйничать в Лонгборне. Ведь многие слуги работали здесь давно и были приучены миссис Рейнольдс и Дворецким не причинять неудобств хозяевам, ожидавшим от них безукоризненной службы. Элизабет не скучала по прошлой жизни, но часто мысли ее обращались к прислуге в Лонгборне, экономке Хилл, посвященной во все семейные секреты, даже в подробности печально известного бегства Лидии. Кухарке Райт, мужественно выносящей не всегда разумные требования миссис Беннет, двум горничным, которые, помимо прочих дел, прислуживали Джейн и ей самой, в том числе делали прически перед танцами в городском собрании. Все они стали членами семьи. Такую тесную близость невозможно представить в Пемберли. Но Элизабет знала, что именно Пемберли, дом и имя Дарси объединяют хозяев и слуг в нерушимой взаимной верности. Многие из теперешних слуг были детьми и внуками людей, служивших здесь прежде. Поместье и его история вошли в их плоть и кровь. И еще она знала, что рождение двух красивых и здоровых сыновей Фитцуильяма, которому скоро будет пять, и Чарльза, которому только два, стало ее окончательной победой, принесшей уверенность, что рот не оборвется, что работы здесь хватит и на них с мужем, и на детей, и внуков, а значит, Дарси и дальше будут продолжать жить в Пемберли. Шестью годами раньше миссис Рейнольдс, обсуждая с Элизабет список гостей, меню и цветы для первого устраиваемого новой хозяйкой обеда, сказала. «Для всех нас, госпожа, день, когда мистер Дарси привез домой молодую жену, был радостным. Моя хозяйка мечтала дожить до того дня, когда ее сын женится. Увы, не получилось». А как она хотела увидеть его счастливым? И ради него самого, и ради процветания Пемберли. Любопытство, охватившее Элизабет, было сильнее благоразумия. Перебирая бумаги на столе и не поднимая головы, она сказала как бы, между прочим. Но, возможно, она мечтала о другой жене. Разве леди Дарси и ее сестра не договорились о браке между мистером Дарси и мисс Дебер? Не скажу, мадам, что у леди Кэтрин не было такого на уме. Она часто прихватывала с собой в Пемберли мисс Дебер, когда знала, что здесь мистер Дарси. Но этот брак был невозможен. Мисс Дебер, бедняжка, вечно болела, а леди Энн придавала большое значение здоровью будущей невестки. Известно, что леди Кэтрин надеялась, что другой кузен, полковник Фицвильям, сделает предложение ее дочери но из этого тоже ничего не вышло. Отогнав нахлынувшие воспоминания, Элизабет сунула записную книжку «Леди Энн» в ящик письменного стола и, с трудом вырвав себя из атмосферы покоя и одиночества, которыми она теперь не сможет насладиться, пока не отгремит бал, подошла к одному из двух окон, из которого была видна длинная подъездная аллея и река, окаймленная знаменитым пемберлийским древесным питомником. Он был посажен под руководством известного ландшафтного садовника несколько поколений назад. По краям лесной полосы стояли стройные красивые деревья в золотом осеннем убранстве. Они располагались в некотором отдалении от основного массива, что подчеркивало их великолепие. Дальше посадки шли гуще, властно притягивая взгляд в свою глубину, где пряно пахло землей и царило уединение. На северо-западе был еще один лес, побольше, где деревья и кусты росли, как бог на душу положит. Там Дарси играл мальчиком, скрываясь от опеки. Его прадед, войдя во владение поместьем, стал затворником и построил в этом лесу коттедж, где впоследствии застрелился. А сам лес — настоящий лес, называемый так в отличие от декоративных посадок — с тех пор вызывал суеверный страх у слуг и обитателей Пемберли, которые старались туда реже ходить. Проложенный в нем узкий путь вел к еще одному въезду в Пемберли, но им пользовались только торговцы, а приглашенные на бал гости уверенно подкатывали к дому по основной дороге, лошадей с экипажами отводили к конюшням, а возницы, пока шел бал, угощались на кухне. Задержавшись у окна, Элизабет отвлеклась от дневных забот, любуясь знакомой и спокойной картиной, которая, однако, всегда поражала ее новой красотой. Солнце светило с размытой голубизны небес, несколько легких облачков растворялись в ней, как следы от дыма. Короткая утренняя прогулка с мужем, вошедшая у них в привычку, убедила ее в обманчивости осеннего солнца, а холодный ветер, к которому она не была готова, прогнал их вскоре домой. Теперь она видела, что ветер усилился. Поверхность реки наморщилась рябью, мелкие волны терялись в высокой траве и кустарнике, изломанные тени дрожали на возмущенной воде.